когда мы принимали декларацию о независимости. Это было очень ответственное. Это было очень ответственное событие. Когда община создавалась, это были трудные 90-е годы. Вы молодые люди, вы этого не помните, и дай бог, чтобы вы не пережили то, что мы пережили. Было очень сложное, трудное время. Люди начали волноваться о своем будущем и о будущем своих детей. И первыми создали общину украинцы. Вот мы отметили их 25-летие, да, затем русская община, и потом очень многие представители многих национальностей стали создавать свои общественные организации, целью которых было сохранить свою идентичность, сохранить свой язык, сохранить свою культуру. Максик, ты должен понимать, что ты должен знать язык страны, гражданином, которой ты являешься. Сегодня у моего Максика по румынскому языку у него сегодня выше. Восьмерка у него четкая. Хорошо очень помню тот период, несмотря на то, что прошло уже почти 30 лет, да? 90-е годы, первый парламент, это еще был Верховный Совет, много тогда мы избирались по одномандатным округам. Я возглавляла Ленинскую районную партийную организацию, Ленинский райком партии, и по статусу, по своему, я должна была бороться за право быть избранной в состав Верховного Совета Молдавской Республики, в последующем это парламент. И у нас было 8 округов, по-моему. К этому времени уже вот политические тут такие были движения, уже было интердвижение, уже был Народный фронт, часть людей были слева, часть людей были справа, и был центристский, так сказать, сектор, да? Трудная была борьба, очень трудная. Мы вышли в первом туре, я не получила большинство голосов, получили одинаковые голоса. Две женщины, обе славянки. Во втором туре я получила больше голосов. Это дало мне право быть депутатом парламента. Я вспоминаю эти очень непростые годы. Все было. Были споры, были очень сложные дебаты. Нам нужно было принимать важные законы для молодого государства. Хотя Молдова как государство имела уже сотни лет. Но вот в новом своем статусе это только были первые шаги. Мы голосовали по очень сложным вопросам. Тогда был открытый микрофон. Я, бывало, еду в троллейбусе, а люди микрофону патру. Микрофоны, и вот наш сектор четвертый, патру микрофону. Да, да. Дом один микрофону патру, и люди слышит, ответственность очень большая. Когда ты подходил к микрофону, была очень большая ответственность от того, что ты вот выражаешь свое мнение по тому или другому вопросу. Вы знаете, женщина себя может защитить. У женщины есть много способов для того, чтобы это сделать. Такой открытой дискриминации мы всегда имели право голоса, трибуна и микрофоны были в нашем распоряжении, и мы могли всегда подойти и высказать свою точку зрения. Мы имели право поднимать руку, если мы «за», и мы имели право не поднимать руку, если мы против того или другого вопроса, который ставился на голосование.
Я бы так сказала. Нас было немного женщин в составе, даже вот там 371, вы мне напомнили эту цифру, было немного женщин. Сейчас, вот когда неспокойно в стране, мы ищем какие-то выходы, вот что может помочь. Может быть, если бы в нашем парламенте было побольше женщин, может быть, какие-то вопросы проходили мягче. Может быть, какие-то вопросы новые звучали. Может быть, было больше вопросов, связанных вот, со здравоохранением, с рождаемостью, с образованием, с повышением статуса педагога. В образовании у нас работает очень много женщин, а уровень заработной платы, уровень других социальных вопросов очень низкий. Разве нормально считать, даже воспитатель в детском саду получает мизерную зарплату? Это нормально? Нет. Это ненормально. Вот политики, мужчины, или они забывают о том, что надо эти вопросы решать, или они не знают. Ну, к сожалению, очень часто бывает, что предвыборные периоды оживляется работа, встречи с населением, но они только не успеют встретиться, не успеют запоминать, уже опять выборы, опять перевыборы. Только женщина может сохранить мир, хотя есть и примеры агрессивных женщин, но в принципе женщина, она миротворец по природе, она мать, она жена, она бабушка, она хочет мир, как в доме мир, так и в стране. Я, конечно, я не такой матриархат, но я считаю, что очень женщина нужна. Хотя бы соблюдали соответствие процента женщин в обществе. Также все должно быть соблюдаться во всех структурах.